Приветствую всех. 1 мая могут рассчитывать на повышение пенсии лица, которым исполнилось в апреле 80 лет, либо инвалиды первой группы. Соответственно, 100% фиксированной части пенсии 8134 рубля с копейками. Также имеют право рассчитывать на повышение те, у кого находятся недееспособные иждивенцы. Если их 3 и более, то это 100% фиксированной выплаты. Если 1 и 2, то это, соответственно, 1/3 фиксированной вот этой части пенсии. Третья категория – это те, кто уволились в апреле. Напомню, что мораторий действует для работающих пенсионеров, им не положена индексация. Однако, если вы уволились, то, соответственно, вам положена индексация за все пропущенные периоды. Поэтому вы можете уволиться, получить индексацию, дальше трудоустроиться, в том числе к тому же работодателю. Это не запрещено. И четвертая категория имеет право на надбавку те, кто является членами летных экипажей, горной промышленности, но там зависит от тех отчислений, которые работодатель, соответственно, перечислил в соцфонд. Здесь надбавки индивидуальны.